Всем доброе утро! Сегодня четверг, и сегодня очень важный день, потому что сегодня первая съемка для бренда моего и моей подруги Наташи. И я беру вас с собой. А еще скажу вам по секрету, что четверг — это день уборки, именно поэтому это мой самый любимый день, потому что я прихожу домой в чистую квартиру, и меня ничего не раздражает. Так, ладно, я уже помыла голову, пойдемте, наверное, умываться, готовиться. Мне нужно сегодня хорошо выглядеть, как-никак. Малыш, что там? А откуда у тебя синячок, можно узнать? Смотри, какая машина классная. У Сэма совершенно недавно была серьезная боевая травма. Что это, динозавр так делает? А тут у нас моется Саша. Что ты снимаешь? Сейчас покажу вам свой уход, быстрый. В принципе, я сегодня выспалась, поэтому все будет очень легко и просто. Так, я сегодня сделаю массаж вот этой стороной щетки, чтобы все еще раз приподнять. Крем для глаз сейчас у меня от Origins. Вот эту штучку нанесу, это как тоник, тоже от Origins. Крем сегодня у меня будет вот этот. И я, кстати, их люблю совмещать сейчас. Этот я прям обожаю, видите, как его мало. Этот сейчас не самый мой любимый, но вот я его добавляю иногда. Ну, если быстро пройтись из новинок, вот этот вот Kills календула мне нравится. Маски утренние у меня Анна Як. Вот это вот от Origins Drink Up. У меня такая же ночная есть. Вот. Ну так, по-быстрому, если. Всем привет. Поздоровайтесь с лысой башкой. Кстати, если вы на меня в Инстаграм не подписаны, вы же еще не знаете, что Саша под сфиксы на лысой. Покажу вам быстро свой аутфит. Вот такие брюки, белая классическая футболка, моя любимая сумка. На ногах у меня вот такие мюли от Tommy Hilfiger. И совсем недавно мне прислали часы и браслеты Daniel Wellington. Помимо вот этих вот беленьких часиков и двух браслетов, я себе заказала более классическое решение с металлическим ремешком на вечер. И на осень взяла себе часики с тонким коричневым ремешком, небольшим циферблатом, смотрится очень классно. Кстати говоря, это не первые мои часы Daniel Wellington. Я всегда, в принципе, довольна качеством, довольна дизайном. Они очень универсальные, и присмотритесь к ним, потому что сейчас учебное время начинается, университеты, школы, они могут быть классным дополнением к вашему образу. Кстати говоря, у них сейчас очень классная акция. При покупке любых часов вы получаете 50% скидки на браслет, и причем с моим промокодом TeamMasha вы можете дополнительно 15% скидки получить. По-моему, получается очень выгодно, тем более, что аксессуары у них реально очень классные. Я себе, кстати, еще кольца заказала, но они еще не приехали, я жду. Вот так. Ладно, давайте уже наконец-таки собираться ехать. Я уже критически опаздываю, так что перемещаемся в машину. Вот так вот. Я уже в машине. Магическим каким-то образом. Я надеюсь, что я ничего не забыла, потому что это типичная для меня история. Все-таки не зря меня называют Маша Растереж постоянно. Сейчас заеду к Саше в кофейню, отдам ему ключи от квартиры. Не знаю, я в таком сумбуре, я так переживаю насчет съемки. Мне еще параллельно хочется показать вам, как этот день проходит, снимать влог. Взяла с собой косметику, потому что не успела накраситься, как можно было заметить. Читаю сейчас вот эту книгу «Важные годы». Ну, такая, типа, неплохая, но я пока не до конца поняла, нравится или нет. Что у меня здесь? Ключи, как раз таки, которые Саше нужно отдать. Кошелек, техпаспорт, подзарядка для камеры, на которой я снимаю этот влог. Расскажу вам, что я сейчас везде с собой ношу кубик Рубика. Хочу очень собрать, и, в принципе, получается, но мне кажется, что этот кубик Рубика какой-то бракованный. Здравствуйте. На
Дашина квартира – это какое-то просто арт-пространство, а не квартира. Сюда можно приходить, читать книги, смотреть картины, кататься на качели и вкусно есть, само собой. Вы же видели уже Наташу? Сейчас она оденется, я вам ее покажу. Хожу по дому уже полчаса и пытаюсь ее найти. Потому что Наташа все время будет голая. Вот такой у меня сегодня завтрак. Наташа меня кормит. Сыр бри, по-моему, бри, возможно, камамбер. Помидорчики, огурчики, хлеб, очень вкусный. А тут чаёк. Хотя неплохо. Не сажусь. Я сейчас за Тори. И не хочется делать что-то такое, что уже есть. Без классной идеи, без полезной идеи. Именно для этого мы и должны были с тобой встретиться. Это точно. Девочки, так о чем все-таки ваш бренд? Наш бренд о новом способе потребления. Мы хотим изменить мир. Вау, что мне после этого добавить? Мне кажется, что наш бренд – это как Тесла в мире моды. Как бы громко это ни звучало. Фэшн-индустрия загрязняет мир точно так же, как и загрязняет его нефтепереработка. И если мы, как человечество, ничего не изменим, мы придем никуда. И мне кажется, важно осознать, что переработка и использование натуральных тканей – это не решение проблемы, это капля в море. Именно поэтому нужно менять систему, подход к потреблению. Чем, в принципе, мы с тобой занимаемся. Точно, я думаю, что наше решение должно произвести революцию. Наташ, это был твой первый опыт съемок? Нет. Нет? Блин, хотела тебе задать вопрос, ну как тебе? Блин, ты такая красивая. Вот я тебя сейчас покажу, реально, прям бомба. Едем в город делать фото, да? А потом? Ты же нос шмыгает. Ну, конечно, шмыгает, у меня же аллергия. Ага. На тебя. Ты же сказала, что таблетку выпила. Ну, она не помогла, она не помогла. Что-то изменилось, и вы наверняка догадались, что это уже следующий день. На самом деле, вчера я после съемки поехала в кафе и работала в кафе часа 4. Ничего интересного, что я могла бы вам показать, не было. Посмотрите, что, какой раритет просто Наташа достала. Это настоящий альбом с настоящими фотографиями. А это кто? Так на меня похоже в детстве. Наташа. Это ты? Вкусно тебе? Вот так вот и происходят съемки первые для брендов. Все сами. Вчера Наташа сама перешивала кое-какие косяки швей, потому что у нас сегодня уже съемка, они бы не успели. Мы тут снимаем 3 первых поста для нашей страницы в Инстаграм. Мы сегодня запускаем уже страницу бренда. Уже отсняли первые 3 постов. Так, ну что? Вот такой вот сумбурный влог у меня получился, потому что на самом деле сейчас очень бешеный ритм, и я просто иногда не успеваю для вас что-то снимать, а иногда снимать нечего, потому что я просто сижу и работаю за компьютером. Я надеюсь, что вам понравился этот влог, я надеюсь, что вы подпишетесь на страницу нашего бренда, потому что, поверьте мне, это будет революция, в принципе, как у нас на странице и написано. А я всех вас люблю, всех целую, спасибо, что посмотрели это видео, и я буду стараться выходить на связь чаще. Извините, у меня был сложный период, но, по-моему, я из него вышла.